За банку меда отдала кошелек. Представительницу древнего кочевого народа после чрезвычайно выгодной для нее торговой сделки задержали полицейские. Дама, ей 51 год, обходила квартиры в Кировском районе, предлагала дегустации продукции пчеловодства. Одна петербурженка согласилась на покупку, но после ухода торговки обнаружила пропажу кошелька, а в нем было 8,5 тысяч рублей. Полицейские задержали темноокую даму, ее компаньонку тоже доставили в отдел. За что полиция задержана? То, что мед продавал. И все? Да. Про кражу вам известно что? Ну, сказали, но я не крала. В итоге дело по статье «Кража» возбудили. Дома у подозреваемой прошел обыск. Нашли мед и разные ювелирные украшения. Не исключено, что чужие. Даму задержали, ее компаньонка пока в статусе свидетеля.